К другим темам. Серию встреч с главами международных организаций в Вене провел заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мурат Нуртлео. С руководителем Венского отделения ООН Гады Вали, глава внешнеполитического ведомства, обсудил региональные проекты ООН в части борьбы с наркобизнесом, терроризмом и киберпреступностью. Казахстан примет участие в запуске нового проекта по борьбе с синтетическими наркотиками. Уже в следующем году наша страна организует в Астане региональную конференцию по этой проблеме. Для главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси недавний визит в Казахстан стал поводом к укреплению многолетнего сотрудничества. Планы по строительству первой АЭС в нашей стране, стратегическое значение экспорта отечественного урана были в центре внимания. Обсудили стороны и совместные проекты по развитию ядерной медицины, реабилитации. Мурат Нуртлео в ходе встречи с руководством комиссии договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия обсудил вопросы международной безопасности. Глава постоянной комиссии Роберт Флойд приглашен в этом году принять участие в казахстанских мероприятиях по укреплению сотрудничества между безъядерными зонами. Неудивительно, что Казахстан и руководство страны придерживаются твердой позиции относительно политики ядерного разоружения. В этом году к Международному дню действий против ядерных испытаний запланирована масса мероприятий. Ваша страна организует крупную конференцию «Зон свободных от ядерного оружия», которая пройдет в Казахстане. Но на Нью-Йоркской Генеральной Ассамблее ООН через неделю будет специальная сессия, которая будет посвящена обсуждению Международного дня действий против ядерных испытаний. Кроме того, Мурат Нуртлео провел переговоры с австрийским коллегой Александром Шалленбергом, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества. Экономические отношения обеих стран развиваются интенсивно. За последний год товарооборот вырос на 2/3. Австрийские инвесторы активно интересуются возможностями работы в нашей стране, поэтому в рамках визита состоялись встречи с представителями местных бизнес-кругов.